Упражнение тяга гантелей в наклоне. Исходное положение. Одна нога вытянута назад, другая согнута под углом 90 градусов. Одной рукой упираемся об коленку. Если это правая нога, значит это правая рука. Если левая нога, левая рука. В другой руке гантелька. Выполняем подъем гантельки максимально высоко и опускаем обратно. Какие могут возникнуть ошибки? Не убираем локоть очень далеко назад. Поднимаем строго вверх. Выполняем 15 подъемов в 4 подхода. Выдох на подъем. После этого меняем положение рук.